Слава Украине, привет всем от Полонского. Очень многие обеспокоились тем, что Путин объявил о том, что численность российско-фашистской армии будет повышена на 180 тысяч будущих 200-х. Так ли это опасно и что и как? Ну смотрите, ребята, фактически это не повышение численности действующей их армии, а ликвидация той дырки, которая, той бреши, которая была образована за все это время. То есть они хотят повысить армию на 180 тысяч, но учтите, что у них схлопнулось вот за два последних года более 600 тысяч чмобиков. Ну, я чмобиками называю всю подряд публику, которую они там призывали, либо контракты заключали, либо т.д., либо т.п. Потом они увеличивали численность армии, по-моему, на 300 тысяч человек. Вот сейчас на 180, ну, что там будем говорить, около 500, там, 600 тысяч. То есть, фактически, все вот это вот повышение на бумаге численности армии до, там, сейчас 1,5 миллионов, это не про войну с НАТО, и это не про какие-то новые дивизии, которые могут пойти в Украину, нифига подобного. Это про то, что нужно доукомплектовать разрушенные, конченые, выхолощенные армейские подразделения, которые есть у рашистов сейчас. А им действительно гоплык. У них сейчас там в роте осталось по, в некоторых ротах по 15, по 20 человек. Всех остальных они сами же и обнулили по своей собственной тупости. Вот, поэтому им вот эти 600 тысяч каким-то образом надо допризывать. Вот, будут сейчас постепенно заключать контракты и так далее. Еще один очень интересный момент, что поскольку они вот таким вот образом идут, то по всей видимости на крупную мобилизацию Путин не рассчитывает. Видимо, у него на это нет уже ни денег, ни ресурсов. Еще раз говорю, вот эти 180 тысяч это просто о том, чтобы заткнуть дыры в уже существующих подразделениях. Чтобы они там что-то новое. Ну, 180 тысяч это ни о чем на таком театре военных действий, и как раз хватит, и то вряд ли. К тому времени, как они их всех призовут и пошлют на забой, уже эти 180, еще 180 тысяч прислуги. Вот так вот, друзья мои. Так что на самом деле это же ожесточение. И вот эти вот все, кстати, о чем и говорят, кстати, не только вот эта вот попытка повысить количество чмобиков, но и весь крик, который подняли Токаев, там другие товарищи, которые срочно говорят о том, что Россию невозможно победить, значит, с ней нужно договариваться. Ну, а раз они так говорят, значит, у России, у Путина дела очень-очень плохи, и победить его как раз можно.